Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстров, владелец сайта поискбыстро.ру. Из этого ролика вы узнаете, как найти человека по имени и дате рождения. В прошлом месяце я разместил на YouTube ролик под названием «Рыба в Бояркино». Он мне настолько понравился, что я решил разместить его еще на одном видеохостинге realtube.com, чтобы с ним ознакомилось как можно больше людей. Моему удивлению не было границ, когда я увидел сообщение, что добавляемый ролик уже есть на сайте. Чтобы убедиться, что это действительно мой ролик, я набираю в поисковой строке ресурса realtube.com название ролика на YouTube. Фаршированная рыба из Бояркина. Выяснилось, что разместил ролик на ресурсе некий Федор, на канале которого имеется уже более 1 миллиона роликов. Проживает он в Екатеринбурге. Родился 20 октября 1979 года. Кроме этого, он является администратором клуба «Киноновинки». Вероятно, любит кино. А еще Федор через интернет продает в Днепропетровске элитную парфюмерию из Объединенных Арабских Эмиратов. Менее чем через 1 минуту вы узнаете фамилию, имя и отчество этого человека. А где и как искать людей, если вам известны только имя и дата рождения, рассказывается в курсе «Как быстро находить людей в интернете» на сайте udemy.com. Я вас приглашаю на этот курс. Как вы видите, зная только имя, дату рождения и город, мы нашли человека и документы в отношении него, которые также можно найти. Но это тема для другой лекции и для другого курса.